Привет, дорогой друг! Сегодня у нас классное событие. Вышел новый, большой и офигенский трейлер новых «Звездных войн». Вообще, я его еще не видел, поэтому я не знаю, большой ли он, и я не знаю, офигенский ли он, но я точно знаю, что он вышел. И очень хочу посмотреть его с тобой и обсудить тоже. Поехали! О, это музыка. Мир на грани распада. Флаги Империи поднимаются по всей галактике. Блин, я уничтожал такой в старой игре по Звездным Войнам. А ты не предашь, оказавшись на свободе? Зачем я здесь, если вы не уверены в этом? У нас есть для тебя задание. Грядут испытания нового сверхоружия. Нам нужно понять, как его уничтожить. О, Звезда Смерти. В каждом Звездных Войнах есть Звезда Смерти. Я хочу помочь. Готов? Готов. Я уже давно служу вербовщикам в сопротивлении. Они разрушили наш дом! Империя должна быть уничтожена. Я не ведаю... Ух, прям драма такая. Все во власти великой силы. Капитан говорит, что вы друг. Я оставлю... А прикольный робот. Спасибо. Они будут мутить, я уверен. Ну, не с роботом, а телочку с этим, с чуваком, вот, с сами. Днем они становятся сильнее. О, блин, как мне нравится эта тема новая. Вероятность провала 97%. И больше. Ну, прям этот, Интерстеллар прям. Можно добавить чувство юмора на 20%? Это наш шанс изменить ход истории. О, вот это красиво. Ты со мной? До конца. Ну, блин, слушайте, мне нравится очень тон, в котором... О, ну и... Чуть-чуть показали шлемы Дарта Вейдера. Слушайте, мне нравится этот новый тон повествования. Я думаю, вы заметили, что я испытываю довольно теплые чувства к современному DC и к тому тону, с которым они подают свои фильмы. И этот прям мрачняк темный мне очень нравится. Я не то, что прям очень большой фанат «Звездных войн», как Максим Иванов, но я люблю просто большие классные фильмы про космос, и все-таки, даже не читая всех книг и не смотря всех сериалов, можно любить и уважать «Звездные войны» просто за то, что это классная фантастика. И вот эта фантастика в каком-то новом тоне, интересном, и я обязательно схожу, поэтому... Блин, классный трейлер, и да, новая тема просто замечательная. Ребят, пишите, что думаете в комментарии. А с вами был Паша Пивоваров. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи на том же самом сайте. We'll be right back.